Монастырь Пантократор находится на скалистом утесе у северо-восточного побережья Афонского полуострова в живописной бухте. С высоты птичьего полета он особенно красив. Мощные крепостные стены обители с бойницами возвышаются над морем, напоминая средневековый замок. На наружной стене нависают балкончики кельи насельников в несколько этажей, отчего монастырь кажется еще выше. В северной части мощенного плитами двора расположен собор монастыря с пристроенной к нему колокольней, а на западной стороне обители возвышается крепостная башня. Внутренняя жизнь монастыря всегда была и остается сокровенной, а желание паломников хоть отчасти прикоснуться к ней понятно, ведь монашество является исполнением заповедей Христовых и добрым примером для мирян. Итак, мы прибыли в монастырь Пантократор, чтобы снять фильм о его святынях, древней истории и о жизни монахов обители, которые, поклоняясь перед ликами святых, неизменно и беспрерывно молятся о спасении всего мира. Сегодня праздник Святой Пасхи. Из благословения игумена обители архимандрита Гавриила мы отправляемся на праздничное богослужение «Вечери любви» в соборный храм монастыря. Совершается малый вход. Духовенство во главе с игуменом выходит в центр храма для того, чтобы песнословить свете тихий. Свет отрадный святой славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе. Придя к закату солнца, воспеваем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достойно Тебя во все времена воспевать голосами счастливыми, Сын Божий, дающий жизнь, потому мир Тебя славит. Пасхальной вечерне монахи читают Евангелие на разных языках, символизируя апостолов, которые в день Святой Пятидесятницы, приняв Духа Святаго, заговорили на разных языках. Και τούτο λοιπόν ερεφήσισε και λέγει αυτής
Λάβετε πνεύμα Άγιον, αντίνον αφήτε της αμαρτίας, αφήεντε αυτής, αντίνον κρατείτε και κράτηντε. Монахи и миряне берут благословение игумена, приветствуя друг друга словами «Христос воскресе!». Пасхальная вечеря завершается снова и снова словами «Христос воскресе!». Христос Анести! Христос Анести! Христос Анести! Христос Анести! Христос Анести! Христос Анести! Δόξα τη Αγία αυτού τριμέρου εγέρση. Το ζητούμενο αυτού τριμέρου εγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανατοπατήσας και της μνήμας ζωή χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η τράπεζα θα είναι στις 6 ώρα. Согласно монастырскому преданию, обитель была основана в XI веке византийским императором Алексеем I Комниным, который построил небольшой монастырь в честь Пресвятой Богородицы. В XIII веке первоначальные строения обители были уничтожены пиратами. Первые документальные свидетельства о монастыре относятся к XIV веку, когда два брата, византийский полководец Алексей Стратопидарх и царский сановник Иоанн Примикирий, прибыли из Константинополя на святую гору Афон и стали жить в келье Пантократор. Постепенно они ее расширили, и весной 1357 года было начато строительство монастыря с собором в центре.
Вначале ктиторы нашей обители выбрали место северо-восточнее от сегодняшнего расположения монастыря и приступили к его строительству. Тогда чудотворная икона Пресвятой Богородицы чудесным образом переместилась на место, где мы сейчас видим построенный монастырь. Сначала ктиторы думали, что икону украли вместе с инструментами или что над ними шутят рабочие. Но когда они увидели, что это чудесное событие повторяется много раз, то поняли, что это промысел Божьей Матери, чтобы монастырь был построен именно здесь. Так чудесным образом наша обитель была построена, и место для него выбрала сама Пресвятая Богородица. Основатель монастыря Алексий умер в 1368 году, а его брат Иоанн впоследствии принял монашеский постриг на Святой Горе с именем Иоанникий. Они были погребены у стены в притворе соборного храма обители, где до настоящего времени под мраморной плитой находится их могила. После падения Византийской империи в 1453 году и турецкого завоевания обитель охватил экономический кризис, но при этом, несмотря на огромные долги, монастырь Пантократор сохранял свою духовную жизнь. Трудным было для Святой Горы время турецкой оккупации. Каждый монастырь должен был платить дань туркам, чтобы они их не трогали. Тогда все монастыри были идиоритмическими. Был обычай возить в Грецию мощи святых, чтобы собирать милостыню для оплаты монастырями дани туркам. В эти годы помощь афонским монастырям оказывали правители Молдовалахии. Так в нашу обитель они посылали приношения и дары. Я знаю, что в Валахии было подворье Кацорь. Там был старец по имени Милетий. На собранные им средства было проведено много ремонтных работ в монастыре Пантократор. Во второй половине XVI века Пантократор перестраивается и благоустраивается, играя важную роль в иерархии монастырей Святой Горы, где занимает седьмое место. В разные годы обитель избрали местом своего проживания многие деятели православной культуры. В начале 15 века здесь был святой Нифонт, патриарх Константинопольский, который жил в монастыре Дионисиат. Он был два года в нашей обители, а затем подвязался в месте, которое называется Спелеокритис. Оно находится рядом с Кареей и принадлежит монастырю Пантократор, поэтому он считается святым нашего монастыря. Несколькими годами позже историческим лицом, связанным с нашей обителью, был святой Феофил Мироточивый, который жил в местечке Капсала. Оно начинается от скита пророка Илии и идет до Кореи. Вся эта местность также принадлежала монастырю Пантократор и являлась пустынью. В начале 16 века в нашей обители пребывал святой Феона, архиепископ Солунский. Он жил в келье святого Ануфрия, которая находится за монастырем. Это было для него местом подвига и уединения. Мы называем его Пантократорским, поскольку он совершал чудеса в нашем монастыре. В начале 17 века, с 1600 по 1610 годы, в нашей обители жил святой Иосиф и епископ Тимишуары. Он был игуменом монастыря Кутлумуш, а позже жил в монастыре Ватапет.
Его связь с нашим монастырем заключается в том, что в нашей обители он стал и монахом, и священником. Здесь его рукоположили. Поэтому мы особо его почитаем и считаем покровителем нашего монастыря. Также мы почитаем святого Акакия Кавсакалевита, который жил в нашем монастыре, и святого Макария Натараса вместе с преподобным Никодимом Святогорцем. Они очень известны на Святой Горе. Оба старца жили в уединении в местечке Капсала, принадлежавшем нашей обители. С монастырем Пантократор также связана жизнь преподобного Паисия Величковского. Сюда, на Святую Гору, он пришел 4 июля 1746 года и стал жить около нас в келье под названием Кипарии. Это чуть выше нашего монастыря. Спустя некоторое время он перешел еще чуть выше, в другую келью святых Константина и Елены. Там у него появилось первое небольшое братство. Когда братство достигло 12 человек, им было уже тесно, и они перебрались в скит пророка Илии, где они сделали себе первые постройки. В первые годы жизни на Святой Горе преподобному Паисию было очень трудно из-за того, что у него не было духовного отца, и ему приходилось самому постигать духовную жизнь от чтения книг и священного писания. Позже он встретился со старцем Василием, который постриг его в монахи и посоветовал найти себе духовника. Со временем у него появилось свое братство, которое преуспевало в умной молитве, и от них многие люди получали духовную пользу. В XVIII веке немаловажное значение в развитии монастыря Пантократор сыграла поддержка его русскими самодержцами. Так, в 1762 году императрица Екатерина II пожертвовала монастырю большие денежные суммы, а также специальным указом разрешила монахам обители организовывать сбор пожертвований на территории России. В 1744 году русский путешественник, писатель и публицист Василий Григорович Барский во время своего паломничества по Святой Горе посетил монастырь Пантократор. Он писал: «Си есть Вседержитель, рекоми сице от храма Преображения Господня, той монастир, ащи и не так увелик есть строением, як уже прочие, но и немал, а бачи лепотин строением, якоже и инии. Стоит прекрасно над самим морем, на едином обширном холме каменном, или прости рекши, на скале, в нюже море биет сильно во время ветра, а бачи монастира не вредит ничтоже. И мать церковь прекрасну, покровенну ценью, посланну мраморем различним, внутрь иконописанну, трапезу же убогу и престарелу, очерненну, столи деревянними, и мать своя корабля и мрежа, и страноприемницу красну, и воду здраву, текущую от гор. Чудесного тамо не видих ничтоже. Оттуда, по принощевании, пойдох паки горами и пустынею к монастиру иному». Во время греческого национально-освободительного восстания 1821 года афонские монахи оказывали материальную поддержку повстанцам и с оружием в руках сражались с оккупантами. Но восстание было жестоко подавлено,
и многие монахи, спасая сохраненные святыни, были вынуждены покинуть Святую Гору. В феврале 1822 года в афонских монастырях были расквартированы турецкие войска, и монахи были обязаны обеспечивать их жильем и питанием. Почти все оставшиеся в монастыре ценности были конфискованы и разграблены оккупантами. И только в апреле 1830 года, после окончательного ухода турецких войск, монахи начали возвращаться на Святую Гору, везя с собой спасенные реликвии, уникальные рукописи и святые мощи. Это стало возможным благодаря победе России в войне с Османской империей в 1828-1829 годах. Несмотря на все трудности и разрушения, монастырь постепенно восстанавливался, и к 1903 году в нем проживало 58 монахов. 2 ноября 1912 года, после 500 лет турецкого порабощения, греческий флот подошел к Афонскому полуострову. Матросы с эсминца Фиела высадились у пристани Дафни и направились в Корею, где представитель султана передал управление Святой Горой капитану первого ранга папа Георгию, представлявшему греческое королевство. В начале 20 века был рассвет монашества на Святой Горе. В те годы было самое большое количество монахов на Афоне за последние века. Но после Второй мировой войны началось оскудение монашества. Тогда даже были закрыты монастырь Ставро-Никита и скит святого Андрея Первозванного. На Святой Горе почти не оставалось монахов. В этот период правительство Греции планировало собрать всех монахов в монастыре Великая Лавра, чтобы использовать остальные афонские обители как музеи. Но Пресвятая Богородица не оставила нас, и в 70-е годы монашеские братства стали увеличиваться. С того времени и до наших дней происходит расцвет монашества. Приходят новые иноки, появляются достойные игумены, современные святые, как старец Паисий Святогорец, старец Порфирий Кавсакаливит. Новый этап становления обители начинается в 1992 году с приходом части братьев монастыря Ксенофонт во главе с архимандритом Виссарионом. В 1992 году по решению Вселенского Патриархата наш монастырь вновь стал киновиальным, что является очень важным событием. Первым игуменом Киновии был избран архимандрит Виссарион, который сразу начал здесь большую работу. Была отремонтирована северная часть монастыря, проведен водопровод, построена дорога. Поскольку Господь забрал его к себе молодым, в возрасте 48 лет, мы считаем его нашим покровителем и на его гробе берем у него благословение и просим его помощи. Он был святым человеком и оставил большое дело, которое теперь продолжает игумен Гавриил, восстанавливая монастырь в это трудное время. При нынешнем игумене Пантократора архимандрите Гаврииле завершена реконструкция всего комплекса зданий обители. Сегодня внутреннее пространство монастыря разделено на два двора. Один занимают главный храм с колокольней, монашеские келии и сторожевая башня с часовней, другой — трапезная, архандарик, мастерские, монастырская лавка и комнаты для рабочих. Относительно небольшой кафоликон монастыря с примыкающей к нему башней-звонницы
расположен в северной части внутреннего двора обители и освящен в честь преображения Господня. Он был возведен из белого мрамора в 1363 году одновременно с основной частью монастыря. Впоследствии Кафаликон много раз достраивался, восстанавливался и переделывался уже независимо от общего архитектурного ансамбля обители. Внутреннее убранство монастырского собора с древних времен остается неизменным. Войдя внутрь, испытываешь особое состояние. Это одновременно успокоение и праздник, надежда на спасение и радость. Изначально храм был расписан во второй половине XIV века знаменитым византийским живописцем Мануилом Панселином. К сожалению, в 1854 году большинство фресок были закрашены росписью иконописца Матфея Иоанна из Науссы. Самым замечательным творением в соборном храме является резной иконостас XVII века. Это один из трех древнейших резных иконостасов, сохранившихся на Святой Горе, с известными иконами Христа и Божией Матери XVI века, написанными Феофаном Критским. Одной из главных святынь обители является чудотворная икона Пресвятой Богородицы Герантиса Старица. Она находится в Киоте, у северо-восточной колонны соборного храма монастыря. Эта чудотворная икона Пресвятой Богородицы была подарена ктиторами нашей обители Алексием и Иоанном. Чудотворная икона называется «Богородица Герантиса Старица». Это название она получила от чуда, случившегося с одним из старцев монастыря, который после откровения понял, что скоро уснет вечным сном. Старец попросил священника, чтобы тот быстрее служил литургию, и он успел причаститься при чистых тайн. Сначала послышался голос Пресвятой Богородицы от ее святой иконы. Она повелела иерею поскорее совершить божественную литургию, но он не обратил на это внимания. Тогда он услышал во второй раз более повелительный голос Пресвятой Богородицы, которая снова повелевала ему быстрее завершить божественную литургию, чтобы он успел причастить причистых тайн больного старца. И тогда священник в страхе поспешил совершить божественную литургию как можно быстрее и успел причастить больного старца, который тотчас же предал свою душу Господу. Так святые отцы, видя этот промысел Пресвятой Богородицы о старце и видя его любовь и веру к Божией Матери, дали ей позже название «Старица». Это было первое чудо Пресвятой Богородицы, благодаря которому сей образ получил свое название. Божия Матерь совершает множество чудес. Одно из них изображено на ризе иконы Пресвятой Богородицы. 2 декабря 1948 года произошло чудо, которое и определило дату праздника Святой иконы. Тогда случился пожар в здании монастырского архандарика, и отцы обители, будучи не в силах потушить пожар, снова обратились к иконе Пресвятой Богородицы Старица. Они с ее маленьким серебряным списком совершили крестный ход и молебное пение перед горящим зданием. И тогда Божия Матерь снова услышала молитвы отцов и сделала так, чтобы ветер подул в другую сторону, и огонь перестал распространяться. В результате этого монастырь был спасен от уничтожения, и огонь потух сам чудесным образом. Так отцы, видя это великое чудо Божией Матери и воспоминание всех других чудес, которые произошли за все века в нашем монастыре, постановили, чтобы праздник иконы Божией Матери Старица праздновался каждый год 2 декабря. Здесь, в соборном храме обители, монахи бережно хранят мощи многих святых. Он является пандократорским, святым монастыря Пандократор и жил здесь в местности, называется Капсала.
19 αιώνα, 16 веке, και έχει κατέχει σχέση με την καταγωγή του και από την Γαγκαουζία. И он происхождение его гагаузское, то есть он по происхождению был гагаузом. Έγινε μυροβλήτης. Он стал мироточивым. Άρχισε να αναβλύζει μύρο μετά το θάνατό του. И после его кончины начало истекать миру. Οι πατέρες πήραν το λείψανο και το φέραν στη μονή μας. И отцы взяли мощь его и принесли, перенесли в монастырь сюда, в Пантократор. Αφού το είχε ρίξει στον κρεμό ο μαθητής του, σύμφωνα με την εντολή που είχε από τον ίδιο τον Άγιο. Потому что по преданию он благословил, чтобы его мощи были выброшены со скалы. Вот. Εξ αρχή από το Πατριαρχείο αποφάσισε να μείνει στο μοναστήρι μας μόνο το δεξί του χέρι. И патриарха решил, что в монастыре хранилась только его правая рука. Здесь также хранится ковчег с частью древа креста Господня. Справа и слева от него частицы мощей святых равноапостольных Константина и Елены. В нижней части ковчега хранится часть хитона Спасителя и часть камня с гроба Господня. Часть руки и ноги святого апостола Андрея Первозванного, а также часть правой руки святого Иоанна Златоуста. В одном из помещений монастырской башни «Братья и обители» организован музей. Здесь хранятся наиболее значимые для монастыря иконы, древние манускрипты, хрисовулы византийских императоров, раннепечатные книги, а также драгоценные дары и церковная утварь. Все здесь несет в себе ценность святости для верующих. Самым древним документом, хранящимся в музее, является меморандум протоепистата Святой Горы о границе между монастырем святого Дмитрия Кинопадос и Фалакру, подписанный Иоанном Тарханиоти в 1107 году и скрепленный печатью с изображением Божией Матери, молящейся с поднятыми руками. С того времени и до сегодняшнего дня именно это изображение Пресвятой Богородицы используется на всех официальных документах Святой Горы. Здесь хранится завещание ктитора монастыря Пантократор великого Примикирия Иоанна, написанное им в 1384 году, в котором указаны имущество и земли, принадлежавшие обители на острове Тасос, а также хрисовул византийского императора Мануила II Палеолога, подписанный им в 1394 году, и подтверждающий за монастырем право владения подворьями Восточной Македонии. А также синодальное решение, послание Вселенского Патриарха Иеремии II, датированное 1583 годом, в котором он объявляет монастырь Святой Троицы, близ Адрианополя, ставропигиальным. Здесь, в музее, монахи бережно хранят наиболее древние манускрипты. Среди них евангельское повествование XII века, выполненное на пергаменте, слово Иоанна Златоуста, написанное на бумаге в XVII веке, музыкальная рукопись XVIII века композитора Козьмы Македона, напоминание об апокалипсисе Андрея Кесарийского X века, выполненное на пергаменте. Слева – четвероевангелие XII века, написанное Феодором Агио Петритисом из града Салоники, а справа – четвероевангелие XIV века, украшенное иконами евангелистов. Наиболее ценными манускриптами, хранящимися в музее, считаются Евангелие Иоанна Калевита, написанное на пергаменте в XII веке, и Псалтырь IX века, который состоит из 150 псалмов пророка Давида и имеет 97 микрографий. Одним из самых важных древних манускриптов, хранящихся в нашем монастыре, считается этот Псалтырь IX века.
Από κάτω από αυτό είναι το ξημένο η μεγαλογράμμα. Предполагается, что он был написан в Константинополе примерно в 840-850 годах. Вы видите, что на страницах псалма написаны пояснения отцов, которые для нас очень важны. Также нужно отметить, что здесь использована очень качественная микрография. Это древняя рукопись, одна из самых значимых в мире, и находится она в нашем монастыре. Также в музее находится большое количество переносных икон 13-15 веков. Среди них двусторонняя икона 1363 года с изображением святого Иоанна Крестителя и Пресвятой Богородицы с младенцем. Распятие – икона первой четверти XIII века. Образ Христа Вседержителя, написанный в 1363 году. Икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия Путеводительница» – начало XV века. Эти иконы Спасителя Пантократора и Матери Божией Одигитрия Путеводительница были привезены в нашу обитель из Молдавии. Это один из самых древних византийских крестов. Сверху надпись «Царь Славы», а рядом изображены Адам и Ева, которые символизируют весь человеческий род. А Господь обнимает все человечество. Вы видите, какое душевное спокойствие выражает лик Спасителя. Именно этим крест отличается от других средневековых крестов, на которых всегда на лике Спасителя изображались страсть и сострадание. В центре зала находится подаренная ктиторами нашего монастыря плащаница, на которой изображен снятый с креста Спаситель. Она связана с началом возрождения нашей обители примерно в 1340 году. Это одна из уникальных работ ручной вышивки, которая была сделана в Константинополе. Чтобы ее пошить, потребовалось 10 лет. Эта плащаница использовалась как антиминц во время совершения божественных литургий в нашем монастыре. В музее также хранятся ценные дары и церковная утварь. Среди них часть щита святого Меркурия, изготовленного в XIII веке из позолоченной бронзы и многоцветной эмали, а также сосуд для освящения воды XVI века, привезенный из Никеи. Во всех монастырях есть очень важные вещи, но все же самое главное – это люди, души этих людей и непрерывность, которая продолжается до наших дней. Эта преемственность началась еще до разделения Европы, до первого разделения церкви. Святая гора Афон была, есть и остается местом встречи. Это мост, который объединяет людей и столетия между ними. Возможно, это одна из важнейших вех в нашей жизни, которая существует в наше время. Παγίδας των Πυρεβόντων, η Παγή Συνετρίβη και εμείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κύριου του Ποιήσεως των ουρανών και την γη.
Монахи монастыря вновь собираются на богослужение в соборном храме обители, продолжая с верой и любовью нести свой молитвенный подвиг во спасение всего мира. Здесь, на Святой Горе, они остаются тем незыблемым бастионом православия, который сохраняет Церковь в чистоте от ереси и западного влияния и остаются непоколебимы в сохранении православных традиций и старинной обрядности. Терпение и надежда вместе с молитвой составляют нерушимый арсенал святогорских монахов, которые жили и до сих пор живут в вечных афонских монастырях, и никакой силе не удалось воспрепятствовать им в пути к отдаленной вечности, несмотря на пережитые невзгоды и опасности. Яко пресветлая звезда, просия божественными чудеса и святый образ Твой, Избавительница, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в ночи скорбей сущих, подашь Тебе и нам, Всеблагая Дева, избавление от бед, исцеление недугов, душевных и телесных, спасение и велию милость.